Доброй разницы, Беларусь. Сегодня у нас тестовый вылет на самолете в Могилев. Поэтому всем, кому интересно, следите за нашим инстаграмом. Я сейчас дам ссылку. 500 футов. Я вообще четвертый день в шоке пребываю. Я ж тебе говорил. От КТА. А вот она, вот эта новая. Она полностью готова. Вижу, рулежки заканчивают в активном. Дима, подскажите, на какую точку движется сейчас курс? Вчера слушал, как она общается. Зато стоит. Микшер уже полный. Call flaps. Closed. Гуляется в Болгарию на Бургас. Вылет его пролетел. Таню считаете, что бэк-такси и все. Он сказал, занимается исполнителем полосы 1-3.